Какая она копчененькая, вкусненькая. Приветствую вас, друзья, на моем канале. С вами Сергей. И сегодня мы собрались для чего? А оказывается, произошла такая ситуация. Еду я как-то по улице, и тут останавливает меня совсем незнакомый человек и говорит: я ваш подписчик, не хотели бы вы вот взять немножко рыбки? Значит, вот такая вот рыбочка, такая интересная, вкусненькая. Значит, мы ее распотрошили, немножко посолили, и сейчас мы ее закоптим. А на чем? Давайте посмотрим. Ну вот, друзья, яблочные опилки. Купил я за 80 с лишним рублей опилочек, чтобы придать пикантный вкус рыбки. Давайте заложим, поставим на угольки и попробуем, будет ли вкусненько. Думаю, что да. Так, возьмем рыбку. Сначала более крупную уложим на дно. Более-менее такую. И обязательно вниз брюшком. Но, если честно, так делают не все. Я люблю, чтобы она более сухая была. А в основном любят, чтобы она в собственном соку пеклась. Они переворачивают наоборот вверх брюшком. Поэтому вариант будет мой. Но мы их долго печь не будем. Так. Так. Еще одну. Вот. Отлично. Хвостики убираем, чтобы им не прижало. И вот разжженный уголь ставим.
закрываем крышечкой. И оставим минут на 20, но не больше. А там посмотрим обязательно, что и как, чтобы не пересохли. Иначе тоже можно испортить. Уже опыт был. Все, встретимся, когда будет готово. Давайте. Друзья, чтобы мяско не прилипало к решетке, нужно ее предварительно нагреть. И тогда мясо будет легко отходить от решетки. Теперь, значит, возьмем мяско, наложим на решеточку, потому что углей еще хватает. Мангал у нас какой большой, чтобы не пропадало. Наложим шашлык. Друзья, маринад я делал на томатном соке. Добавил туда остринки, немножко перчиков. Кстати, у меня есть видео, где три вида маринада я подробно показываю, какой оказался самый вкусный. Поэтому ссылочку оставлю в описании, кому интересно, посмотрит. Единственное, что я сюда добавил, горчички и острого соуса. Поэтому эти шашлычки будут более перченые. Друзья, наконец-то уже готово. Прошло 15 минут, и думаю, этого достаточно, иначе сгорит. Давайте посмотрим, что у нас получилось. О, какая она копчененькая, вкусненькая. Давайте попробуем, что у нас получилось. Ну вот, друзья, наконец-то наша рыбка скоптилась, и мы сели тут за стол. Можем теперь попробовать нашей мишки Гамми сок, клюквенный морсик, пенный напиточек, шашлычки и наша рыбка, наша стерлядочка. Давайте попробуем, какая же она у нас на вкус. Оторвем голову, хрящик, изига или хорт, то как называется? Да, но немножко отличается вкус на яблочных, значит, щепе, немножко он другой, чем обычно коптим. Более мягкий вкус, чем на талине или на осине. Поэтому сейчас возьмем еще кусочек. Ох, как пропеклась такая, не сухая. Не стал я засушивать. Мягенькая рыбка. Сейчас возьмем маленькую стопочку, попробуем. Вкусняшка. Да. Сейчас, подождите. Вот. Рыбка получилась очень неплохо. Значит, в такой маленькой коптилочке можно ее готовить. Даже в походных условиях она будет всегда
вкусненькая у вас рыбка. Главное, не передерживайте. Подержал я ее на углях 15 минут. Рыбка полностью приготовилась. Мясо отходит от кожуры. Поэтому подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. А с вами был Сергей, и это канал Лисий Пень. Удачи в нашей нелегкой жизни. И всем пока!